Мы бежим в цирк. Сонь, ты куда идешь? Покажи мне ее. Куда идешь? Она бежала всю дорогу со стоянки. Вошли. Опаздывай. Соня, ты куда пришла? Куда? Цирк? На лошадок смотреть? Мы так бежали, так бежали. Ну, пришли вовремя, успели, да? Вот. Мы пошли борьбу посмотрим. Не бойся, Соня боится, тут столько народ. Сейчас маленько разойдутся люди. Пошли посмотрим, тут вон, видишь, дяденьки соревнуются. В спорткомплексе проходит, тут вот борьба. А? Да, буду терять. Что, сейчас награждение, что ли? Ты что будешь делать? Стрелять. Стрелять? А тут не стреляют, это не мишени, Соня, это борьба. Сейчас мы пойдем в цирк смотреть на пони. Сейчас народ усядется, и мы пойдем. Соня такая испуганная, столько детей ходит туда, Соня. Сейчас, подожди чуть-чуть. Все детишки ходят, а ты боишься, да? То сейчас кого будем смотреть с тобой? Лошадок. Мы все, зашли в зал, через 5 минут начало. Соня готова, да? Но Соня чуть-чуть боится. Боишься, Соня? Не бойся, мишки нас не достанут, мы все на втором этаже. Соня ждала первую лошадку. В общем, ждала, главное, чтобы лошади были. И первый, кто вышел на арену, это лошадка. Принесли, да? А там лошадки.
кататься, Соня. Смотри, на самокате. Видишь, Софья? Похлопай Мишке. Будешь хлопать? Похлопай Мишке. Он, смотри, жонглирует Мишка. Плохо видно. Ты чего? Да. Смотри, он отъедет. Ой! Танцуй. Там наливается бассейн. До начала второго отделения осталось 5 минут. Повторяю. До начала второго отделения осталось 5 минут. Перед нами там один рядочек. Ну, 5 минут, пусть еще танцует. Танцует. Соня, тебе цирк нравится?
весь цирк. Соне больше всего понравились зверюшки и попкорн. А последнего акробата не досмотрела, ушла с папой гулять по коридорам. Все, мы едем домой.